тебя лицо заклинило. Нет, это я. Я руку поднял. Я еду, чуть тебя скривило так. Ой-ой-ой. Не очень хорошо. Вот, это молодец. Тормознул. Ага. Надо было, наверное, отпустить, пусть бы она плыла, да? Да, отпускай. Ну, наоборот, как раз сейчас она вот плывет. Мы на нее спрыгнем. А пусть плывет дальше. Ага. Ай! А! А там тупик, по-моему. Дред ее скинул. А, не, слушай, можно. Не, да, там вроде есть. Это было немножко случайно просто. Это тоже лава, да? Нет? Наверное, поехали. Нет. Наверное, надо разгон брать. Да. Не зря мы это сделали. Без телеги, но запрыгнула. Куда? Давай карту посмотрим. Сюда. Там тупик. Держу, а ты прыгай давай. С этой штуки. Не, так не получится. Давай ты. Вот. Хотя, может, и получилось бы. Ай. Я тебе мешаюсь. А! Там перецепиться надо было просто. Давай-ка карту глянем все равно. А, ну нам пока некуда больше вниз. На одной... На одном колесе, в смысле. Запрыгивай. Угу. А, стоп, нам сначала, наверное, внизу нужно. А мы сейчас здесь можем собрать. Взять. Чуть-чуть. Ну... Услышал, гад. Пошли вниз. А. О, чекпоинт, чекпоинт. Давай чекпоинт сделаем. Ну, давай. Грустный такой. Ага. Я пошел, говорит. Тихо, тихо, тихо. Что он делает, мне интересно? Он всю телегу тырит? Я не знаю что, но что-то очень нехорошее, наверное. А! Почему меня не допрыгнуло меня туда? Плохо прыгала. Нормально я прыгала. Может, еще потому, что я за веревочку дернул случайно. Немножко. Оттолкни, ага, немножко. О! Хорошо. Перекинулась, ну, почти. Прям. Ай, ай, ай. Все хорошо. Так было задумано. Так, давай ты направо. Ага, а как туда? Направо ехать, что ли, получается? Мы здесь не допрыгнем. Я думаю, что направо ехать. А, отпусти. Ой. Ну, мне кажется, направо. Там тупик по-любому. Но я-то допрыгну. Можешь заранее допрыгнуть, на всякий случай. Ты можешь попробовать. Давай. Получится? Ты там что зажимала? Хорошо, не получится, значит, поедем направо. Зажимай. Да я держу, нормально все. Ну все, я попрыгал. Как мне лучше тебя? Веревочку отпусти, наверное, лучше. Отпустить? Да. Вот так. Или еще. Или вот так. А, не знаю.
Вот так, да? Она просто натянется, и в итоге я улечу назад. Ты мне скажи, что сделать. Я не знаю, как это сделать. Давай попробуем. Вот, видишь, что получилось? Я вот из-за этого. То есть тебе нужно в момент, когда я нажму, отпустить свою веревку, чтобы она, телега, нормально полетела. Вверх. Хм. Ну, давай попробуем. Замедляй время. Я думал, наверху. Замедлить надо. Рановато. Может, отсюда как-нибудь лучше? Ой. Во. Я спрыгнула. Во-во-во. Ай! Сделай, как ты делала. Ну все, теперь. Вот, когда вот одно место неудобно. Либо ты у стенки, либо ты сваливаешься. Ладно, давай сюда обратно залезать. Не трогай. Я сама залезу. Да не, я хотел вообще раскачать, попробовать ее. Эх. Ну пошли смотреть, что справа значит. Мы так долго здесь можем мучиться. Ну ага. Да, вот. Налево прыжкообразное упражнение. Прыгай. Держись. Держись. Сейчас залезу. Мне бы с той стороны встать как-то сейчас. Не, зачем? Ты встань, где я. Я прыгну, а ты ее потом... Да, даже просто вот встань здесь, страхуй. А, допрыгиваешь нормально. Угу. О. Угу. А вон, смотри, дорожка как раз, в которой мы съедем. Погоди, наверное. Погоди. Я что, даже сесть не успела, тоже прыгаешь. А если бы грохнулись? Ну ты же успела и не грохнулись. Эк. Ага. Толкните кто-нибудь. А-а-а. Поехали. Сейчас прыгаем. Ю-у-у. Ага, а череп-то внизу. Ага. Скидывать надо, что ли, как-то? Погоди, давай посмотрим, что здесь. Тут вкусняшка. Тупик, а зачем стрелку поставили? Негодяй. Вам говорят, туда. Развести хотели. Смотри, что. Зараза какая. Так, кто падает? Ты. Я, хорошо. Ну что? Падай. Просто падай. А что это там такое засветилось слева вот? А ну-ка, давай знаю. Карту. А, понятно. Мы там были. Мы там были, да. Ага. Смотри, теперь у нас справа внизу и повыше идет подъем. Угу. Ну пошли туда, сейчас будем разбираться. У нас тут эти бабайки. Не люблю бабайков. А, это я упал. Сиди. Толкаю меня. Ты ага. Туда. Ага. Ха-ха-ха. А я смотрю, глаза какие-то очень большие, думаю. Думала этот, ну, который вот перед этим у нас выходили, который нас веревки отцепляют. Угу. А тут какой-то новый толстый вообще. О, как. Ага. Без вариантов получается. Да. Там либо еще один вход, либо еще один выход, либо еще что-то непонятное. Здесь тоже течение. Ай-яй-яй, тут надо скакать. Угу.
Загогулина. Я за кнопкой побежал, а ты дальше. Ну так, на всякий случай. Не пойму, успеваем или нет. Вроде успеваем. Ага, оба причем. Ты знаешь, лучше вот болтаться там в воздухе, чем в лаву случайно упасть и все. Что лаву я не ненавижу. В большей степени. Да ладно, ты больше, чем... Я не можешь ее ненавидеть. Я уже сколько раз померла, особенно в начале. Еще одна, беги вниз. Давай тогда, ага. А, да, прицепи ее хотя бы. Запрыгивай. А что это у нас там справа вверху? Ну да, что-то есть. Вот здесь запрыгнуть надо и наверх подниматься как-то. А мы вон там запрыгнем. О. Сохраняшечка. Point. Ну. Стой. Так, мы не видели, что справа было. Будем считать. Сиди. Сижу. Может, прыгаю? Сиди. Может, я падаю. Давай, ты опять прыгай. Сидишь? Или точно? Нет, лучше я прыгаю. Ну давай уже что-нибудь. Садись. Так, подожди. Не хочется в лаву попадать. Че это? У тебя есть желание такое, что ли? Нет. Ну что ж такое-то? Садись. Мне получается, надо, да. А, все, разворачивается. А... Вот. Нет, здесь наклон какой-то. В общем, сиди, короче. Сижу. А, промазал. Сижу. Что у нас тут? Ну что, пошли плавать. Да. Ну пойдем. Ой, я ее далеко как кинули. А, допрыгнула! Собралось. А, оба! Нет, все хорошо. Сиди. Ай, чуть-чуть не дошли. Там дурацкое место. Ну да. Далеко бросил. Все, она уплыла. Нет? А что ты к себе не дернул? Я попытался, она не дернулась. Расстояние, видимо, большое было. Аккуратнее с этим делом надо. Толкать-то так далеко. Ать. Я аккуратен. Ага. Как бы так бы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сиди! Ты хоть бы посидел! Видит, я бы умерла, нет. Извини, сам кидается. Ты должен был выжить. Я не смог. Но не получилось. А, ну, как давай же... так, я сижу, ты вот так вот, да, потом ты толкаешь. Так я перепрыгнуть не могла. Да потому что я тоже пытаюсь перепрыгнуть. Короче, я сейчас дальше пробегаю, ты назад. Вот.
теперь выталкиваем. Сиди. Надо было чуть раньше, получается, не ждать. Надо, чтобы она успела развернуться была. Зачем ты столкнул? Я же еще не резнулась. Я не толкал. Я вообще, я увидел он ту штуку и занервничал. А я думал, ты это, что-то какой-то план у тебя, и ты пытаешься его реализовать. Нет, думаю, у меня ну, что-то как-то плана. Ты поторопился, я же еще думаю, а вдруг бы я в воздухе резнулась там где-нибудь. Нет, в воздухе ты не резнешься. Это факт. Проплыть внизу надо, получается. Наоборот, нам наверху, а она внизу. Только нам надо попасть так, чтобы нас туда не задуло. Успеем мы, нет? Не, мы не сможем вверху, там же зеленая. Ты что делаешь? Нам вот сюда надо. Да нам внизу, точно. Правильно ты сказал. Беги, беги. Она должна была там болтаться просто, и все. Пока да. Мы не оббежим. Ого-го! Упс. Так, ну да. Я тебя подожду, наверное. Угу. Опс. Теперь я тебя подожду. Теперь твоя очередь прыгать. Прыгаю, да? Да. Вообще, наверное, мне надо было. Вообще, да. Я не допрыгиваю. И ты также не допрыгнул. Это было что? Что? Зачем? Отчаянная попытка прыгнуть. Так, а что ты меня не подождал? Не знаю. Так быстрее, наверное. А зачем? А, ну, за камушков только если. Можно вот так вот делать. Как? Вот как она сейчас лава поднялась. Мы телегу отпускаем и по ней прыгаем. Только я не пойму, мы же в прошлый раз как прыгали. Прыгали, нормально прыгали. О, я не знаю, как у меня получилось это опять. Вот сейчас ты прыгай. А, меня это унесло. Ветром сдуло. Угу. Хорошо. Вот сейчас... Поехали. Вот же гады, вот же гады, вот же гады, не успеваем. Успей, успей. Лови там тележку. Я-то сам с собой уже распрощался. Не странно, но успел. Этот уровень кончится, нет? Ну, вправо, куда да, больше вправо. Некуда. Я опять за дальнюю сторону держусь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нам обратно надо. Упс. Рановато. Не успеем, наверное. Фу, успели. Правда, я не ухватилась, ну ладно. Так. Давай она сейчас поднимется, мы... Она нам хана. Проплывет. Влево сейчас. Хе-хе.
Сейчас, подожди. Сижу. Запрыгни. Нет уж. А у нас там сейва не было случайно? Да нет, кажется. Не было. Ой. Пускай, пусть он катится. Сейчас вот здесь запрыгивай. Ой. Как-то... Я вот иногда не понимаю, они иногда нормально прыгают, иногда прям вот как будто в потолок упирается башкой. Бывает такое, да. Тоже неоднократно замечал. Казалось бы, у меня веревка была потянута, то есть при прыжке она должна была ее ослабить. Пускай. Иногда такое бывает, когда телега идет в обратном направлении и веревка не успевает отпускаться. То есть вот здесь. Во, вот так вот, да. Сидишь, да? Да. Ты дальше куда-нибудь, ага. Садись. Сижу. Так. Даже не буду подтягивать, ослаблять нормально как раз. Вот. Вот, к сожалению, обратно не пройти никак. А может? Да нет, никак. Она ну, будет да, постоянно никак. Отматывать. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, спасайтесь, кто может! Тащи! Плундра! Застряла! Ты куда? Спасайся! Там телега застрял. Не понял. Как она? Мы даже не почекали. На кристалл не взят. Да, не взят. Я не пойду туда больше. Как ты не пойдешь? Так легко это взять и не пойдешь? Пойдешь. Я не хочу. Что делать, что делать? Умирай. Я просто уже скоро рыдать начну. С этой лавой. Так, отпускаем. Прыгай, ага. Сижу или прыгаю? Ну, если допрыгнешь... Угу. Сиди теперь. Сижу. О, давай ты туда переваливайся, а я здесь упаду. Сиди. Сейчас я... Сижу. Сейчас развернем. Угу. Сижу. Или... А, нет. Ну ладно. Не-не-не, погоди, еще не сижу. Не было команды. Я смотрю, ты вроде уселась. Вот ты сиди сейчас и не отпускайся. А, ну хорошо. То я смотрю, уже навострил лыжи. Да. Все? Все. Бульк. Пим. Так. Я.
Ага. Да ладно. Зарядка, зарядка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все заново. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А сильно. Так, я жду тебя. Сейчас она там повисит немножко внизу. Ага. Обкидай. Ай, 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 ай. А, чуть слабо не наступила. Бежим! Вниз, что ли? Вы с ума сошли, что ли? А, не вниз. Выход! Выход. Интересно, там внизу что-то было, нет? Ну ладно. А что мы собрали, что не собрали? Чертеж мы не нашли. Чертеж не нашли. Ну-ка, давай внимательно смотреть от входа. Погоди, здесь же даже нету нигде ответвление. Вот оно, сверху ответвление. Там закрыто было. Там закрыто было, да. Ну все, значит, мы до него никак не доберемся. Второй вход, значит. Угу. Ха-ха-ха. Ура! Я страдала. Новый вход открыли. А, ну хотя это, наверное, на новый уровень. Ага. Вы гады.